Оставь-ка нас, сына. Зачем? Ну, нам надо поговорить. А у нас нет секретов. У всех женщин есть секреты. А у Насти нет. Ты в Таиланде был? Нет. Ну, а что ты споришь тогда? Я говорю, оставь нас, пожалуйста, сына. Папа знает, что делает. Уже верит. Ну, что ты глазками хлопаешь? Давай, рассказывай. Что? Правду. Мы любим друг друга. Смелое заявление. Проверять я его, конечно, буду. Уже ясно, как день. Вы с ним не пара. Почему? Ну вот посмотри на него, посмотри на себя. Он умный. Ты красивая. Да почему вы так? Ну а что тут такого? Я тоже красивый. А скажи-ка мне, куда делись нормальные вот эти пацаны? Какие? Ой, не надо, ладно, ты знаешь, какие вот эти брутальные, хулиганистые. Мой не курит и не пьет, мой войти лишь волокет. Так мне такие нравятся. Вот ты попалась, мать. А где вот эти вот ваши юмористы все вот эти, а? Да мне нравится ваш сын. Сынок, ну-ка пошути. Как называют мужчину, который пробил свою печень? Обеспеченный! И ты говоришь, что он честна с тобой, да? Да. Уйди. Интересно, а где вот эти все бизнесмены? Что, тебе папика не надо? Нет. А ты Ивана знаешь? Какого? Который везет оптом из Китая. Что везет? Да все, что угодно везет. У него надежная репутация, прозрачные условия и отличные тарифы. А компьютер привезет? Конечно. Проверенные русские сотрудники сделают тебе все под ключ, сэкономят время и деньги. Это не мне, это Славику. Да что ты мне врешь-то? Тебе если компьютер надо, ссылка в описании. А сыночку не тронь. А скажи-ка мне, где ты была 5 лет назад, а? В смысле? Да когда он в библиотеках сидел, когда его головой в унитаз смакали, и когда он навалил полные штаны. Извини, сына. Ну вот-вот. А теперь смотри, приползла. Я не приползла. А его в угол берут. Могу и приползти. О! 5 лет назад я бы его вместе с квартирой отдал. Так он не изменился. Он вообще не изменился. Да, да. Да, 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 мир изменился. Мир? Угу. Он не работает, а зарплату уже получает в 2 компаниях, а потом он одну еще и выбрать может. Давай, давай. Да вы не имеете права влазить в его личную жизнь. Кто я не имею права? Сына! Кто тебя терпел, когда ты играл в доту? Команда. И я тебя терпел. Кто тебя возил в школу? Мама. Это я ее заставлял. Кто тебя отдал на курс зайти, а? Я сам пошел. Это я тебя наказал. Он гений, а я молодец. Так что имею полное право. Да ну как так-то, а? Ну вот так. Ты вообще чем занимаешься, а? Я учусь. Только учишься и все? В смысле? Ты хочешь встретиться с айтишником и тупо учишься, что ли? А что надо-то? Ну что надо, что надо? Ну, денежку какую-то надо было мне предложить хотя бы. Сколько? Ну, чтобы с ним общаться, 300 тысяч, как все девчонки. А-а-а. Думай. Думай, доченька. Если что, позвонишь. Давай, давай. Пап, по-моему, ты перегибаешь. А тебя кто спрашивает, нет? Я тебе такую невесту приготовлю, ох! Самому бы не развестись. Да, пап! Ставь лайк за хорошую невесту. Иди в комнату. Занимайся.